Всем привет, с вами я, Ваня, и сегодня я расскажу, как получить очень много бравлеров, когда ты только начал играть в Бравл Старс. Ну, нужно просто накопить несколько кубков, а потом начинать донатить, если ты можешь. Если не можешь, то просто возьми и копи, и играй как нормальный человек. И самое главное, копи сундуки. Когда ты наберешь там 1000 кубков, и открывай по, если у тебя есть 5, открывай по 2 сундучка. И тогда у тебя есть шанс выбить какого-нибудь бравера. И если ты не можешь, и если ты, это мой аккаунт. То есть это мой, как бы вам сказать, это мой канал. У меня их 2, Владик Сеник и Владик Сеник. А это Ваня, он да. Мой друг, он тоже. У меня тоже есть 2 канала, Куку Бравл и CS GO Knife. Как вы, ребят, не представляете, как трудно снимать ролики на 2 аж канала. Это вообще сложнее. В общем, если вы не можете себе позволить Бравл Старс, то покупайте Блейд. Это очень хорошая игрушка. И играйте с друзьями, как мы с Ваней. Да. Все, всем пока. А на этом мы будем кончать. Ставьте лайки, подписывайтесь на, наши 2 канала. Еще раз. Владик Сеник и Владик Сеник. Просто там 2 канала и 2 разных аватарки. И один, и 2 моих канала. CS GO Knife, я там снимаю CS GO. И одна серия Орион. Так что, и Куку Бравл. Там я снимаю стандов. А на этом все. Всем пока.